isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Это был специальный репортаж. Начинается наш нормальный вечер. Вечер, да. Вот у нас тут гриль. Мы ждем наши колбасочки. Потом мы пожарим еще овощи. В общем, круто. Компенсируем наши неприятные моменты сегодняшние. Да. Поэтому все будет хорошо. Особенно, когда поешь, всегда все хорошо. Завтра мы его пожарим. Так вкусно получается. Мы идем в бассейн, в джакузи. То есть, если получится, поснимаем. Получится. Там и тумбочки обычно есть на ключи закрываются. Ну, возможно. Как в этом. Ну, в общем, вот это наш хостел. Мы сняли номер... трехместный, недорого, 50 злотых в сутки с человека, да? Да. Добрались домой. До нашей виллы двухэтажной. Янина вилла. Угу. Причем называется Янина вилла. Я ходил в Чехию за пивом, вот за этим пивом. В Бедренку. В Чехию, которую можете найти также в Бедренке. Но в Бедренке подделка просто, да. И а не настоящая. Натур. У нас натурпродукт с Чехии. Вот, и мы тут все поджарили. Колян у нас там готов. Колян к приходу. В общем, все супер, круто, классно. Вечер все-таки удался. Да. Ждем новых приключений, например, завтра. Да, так что следите, смотрите, подписывайтесь. Лапки у догуры. Дубки до долу. Привет всем. Утро следующего дня, 1 мая. Решили пофоткаться возле самой виллы. И вилла называется Янина. Яна пытается возле Яниной виллы. Ну вот как-то так все происходит. Все, слазь, может по-другому я. Вот так вот выйду. В общем, мы собираемся найти место, где покушать. Покушаем и поедем на бассейны наконец-то. Поплавать. Мы находимся в бассейне. Как это выглядит? Наши девочки поднимаются. Простенький бассейн на 4 полосы. Есть джакузи, где можно посидеть. Есть где поплавать, есть где посидеть. И пару слов. Бабульки плавают. Стартер, попки-грин, пассажиры. Топить камеру? А он не носит. Камеру положи в другое место. Подумаешь, вода бульбушится. Саша, ты видишь, это не я. Видишь, мои руки вот там, а он. Ну, если что, он купит, да? Вот там Пашка богатый, он же нас повез всех на отдых. По снегу походить. У тебя размазало. Один. Там попало в глаз. Тут тепло, классно. Но я боюсь камеру утопить. Иди. Ну, я на... Твои впечатления от путешествия? Я пердолю. И это еще мягко сказано. Жесть. Мы думали, что будет солнце. Колготки, дерипашечка. Жаль, что чечи взяли. Паша, ты плохо на нас. Ну а так все хорошо. Пьем пиво, курим сигары. Да. А мы в итоге мы идем... по болоту, по снегу. Ну, Вальке все нравится. Вале все нравится. Ее все устраивает. Она еще хочет заблудиться. Я люблю экстрим. Вот тут так подходит слово. Это просто срака. Вообще такое ощущение, как будто мы скоро потеряемся. Эту
Может, это реально дед из фильмов ужасов? Завел у нас какую-то дорогу, поворот не туда. Сейчас у нас будет. Посмотрел, что мы в парточках, юбочках, думаю, вот этот двор, лезьте, лезьте. Сейчас вам крындык, вот как стемнеет, приснится. Хочу показать. Интересная штука, похоже на бассейн. Ну, эта тема реально. Мне кажется, после жаркого дня окунуться в такую штучку было бы классно. Вот как она выглядит. Вода спускается с гор. Это наша. Малинка, малинка моя. Вот. Ребята, не пытайтесь повторять это. Мы Чехию не увидели, но мы в восторге. Мы добрались почти возле Чехии, на границе в горах. Мы так думаем. На границе в горах. Нам буквально осталось пройтись до той вершины. Мы очень так надеемся на это. И потом будет веселье, там пляски, девочки. Ну, для меня девочки, для кого-то. А сейчас я вам покажу мастер-класс, как греть жопу, если вы замерзли. Да. Вот там солнце светит? А там, уже а там нет, солнышко. Зашло. Блин, замерзла жупка. Жупка. Это был специальный репортаж. От пьяных. Не делайте такого. Не повторяйте. Дома у вас нихера не получится, бо вы дома. И наш девиз. Лёндекс друй, собирай вещи и манздруй. Да, а вот просто свиньи всегда грязь находят. Да. Это было незабываемо. Это останется все вот здесь. Вам все не покажем. Ой, но... Чеки, да чеки мы не доверяли. Колеса крутили, но... Мы сейчас покажем, как мы колеса крутили. Это Валентины велик. Ты покажи. Это Павла. Самый чистый. А вот мой. Самое приятное, это вид. Снег в горах, да? Просто... Сильно резко камеру дергаешь. Надо... Как это называется, наш отдых? Жопу просто ебнись. Ты просто срака. Валя, скажи, ты просто срака. А ты, Паша, какие твои впечатления? Мы благодарим Бога, что мы хотя бы сюда доехали. Ну как мы спускаться будем, мы еще не знаем. А вот под чем мы просто находимся? Сбираем манатки и мандруй. Вот, видели? Это умный человек сказал. Рассказывайте свои впечатления. Срака. Я рада, что мы в машине наконец-то. Сейчас мы вообще добрались. Ноги. Сейчас музычку включу. Сейчас немножко ножки согреются. Потому что это срака, правда. Впечатлений много. Не особо приятные. Ну как, я не скажу, что они плохие. Это, ну, я в восторге. Я бы хотела бы через это пройти. Я прошла, и я ни о чем не жалею. У меня нету просто слов. Сейчас едем согреваться. Да, душ, гриль, пиво, в хлам и спать. И завтра нас ждут новые путешествия. Уже на снежку. Уже машиной. Уже умнее.